Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Значит, это 14-я серия моего прохождения игры Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии мы с вами завершили два полных чемпионата. Это национальный чемпионат японских машин и чемпионат чисто спортивных машин. Думаю, в этой серии мы продолжим завоевывать национальные первенства разных стран. Но для этого нам понадобятся деньги. И деньги немалые. Перед тем, как всем этим заняться, надо, думаю, нам подчистить наш гараж немного. Сейчас мы посмотрим, от чего вообще можно избавиться и безболезненно какие машины продать. Что гараж наш захламился порядочно. Куча малолитражек, куча тапочков, от которых, по-моему, толка уже практически нету. Сейчас вот у нас есть несколько среднемоторных машин, две. Но они, в принципе, обе слабые довольно-таки. Но вот этот вот Angel T01, это, ну, совсем ни в какие ворота не лезет. Поэтому мы от него избавимся. Ну, что тут еще можно продать? Так, вот бит. Мы в прошлой серии также проходили заводской чемпионат Хонд на вот этом бит. Есть ли он в прокачанном виде? Если нету... Ага, нет, он только вот в такой заводской комплектации существует. Так, также у нас еще Type-R мы там проходили. Интегру можно, может быть, продать. В общем, от Honda Beat можно со спокойной совестью избавляться. Он свой долг выполнил. Вот. Тапочки тут тоже. Ну, может, тапочки нам еще пригодятся в первенствах национальных. Интегра. Ну, Интегру, может быть, тоже еще удастся где-то использовать. В принципе, не такой слабый аппарат. Ой, Volkswagen, какой же ты слабенький, конечно. Может быть, тоже национальное первенство есть. Так, ну... Нашли мы в прошлой серии вот некую такую золотую жилу. Это вот ТВР Тушкан. Давайте его продадим, благо его заработать совсем несложно. Проехаться надо всего два круга по Trail Mountain. И он у нас снова в кармане. Поэтому вот, в принципе, разжились мы неплохими средствами. И сейчас будем смотреть на национальные первенства, на лошадиные силы и в соответствии с ними покупать себе гоночные аппараты. Ну, точнее, они, какие они гоночные здесь. Будут довольно слабые еще машинки, конечно. Так, вот у нас тут первенство Франции. Странно, что юг у нас идет Америка. Как-то японцы странно себе юг представляют. Почему они так разделили самый северный континент из представленных, засунули на юг. Так, ладно, смотрим, что у нас есть во французских автомобилях. Французский автопром, надо сказать, вообще довольно странно здесь представлен. Малочисленно, очень мало моделей и довольно слабые они. Вот, кстати, Пежоха 406, если кто помнит, это именно эта Пежоха, вот предыдущая купе, она использовалась в фильме «Такси». Именно на ней гонял герой фильма.
прокачав ее до неузнаваемости. Так, ладно, посмотрели пижохи. Что у нас тут еще Франция есть? Ситроен. Ну, в принципе, Ксантия вот. Более или менее. Какие же они все-таки слабенькие. Европейцы. Так, Рено. У нас Клио. Есть, но он слабый. Вот Клио Спорт. Ну, ё-моё, на 3 лошадиные силы мощнее, чем ограничение. Теряюсь немножко. Но благо, что хоть такие появились машины. То есть, если вы помните, в первой части там вообще, по сути, один только японский автопром был представлен. А здесь уже довольно много марок европейских и американских. Ну, разнообразием особо не блещет, но все же. Так. Трешечная Альфа. Тоже слабая. Вот тоже, кстати, трешечная GTV какая-то. Спайдер. Спайдер нам, кстати, мог бы пригодиться еще в чемпионате машин с открытым верхом, но он слабенький для этого. Так, ну вот 166-я, ну она чуть помощнее, но какая же она страшная, это просто жесть. В раздумьях я. Давайте еще посмотрим, что у нас тут в чемпионатах. Ага, 155-й, 156-й, так что по сути без разницы, какую мы возьмем, все равно в чемпионате заводском участвовать не сможем. Давайте все-таки вот эту возьмем. Зато цветов много. Давайте фиолетовую возьмем. И приступим на ней. В принципе, ее вот лошадиные силы позволят в обе гонки, я думаю, зайти. Ну, зайти-то, естественно, позволят, но я имею в виду, что без особых проблем, думаю, удастся их одолеть. 219 лошадей у нас. Ну, по крайней мере, вот этот первый-то точно сейчас получится. Трасса у нас Таити. Таити. Как небезызвестный толстый кот рекламировал Таити в мультике про попугая Кешу. Таити, вот мы на той самой Таити сейчас и едем. Ну, действительно. Ну, кстати, машинка такая неплохая. Для, ну, в общем, своих параметров. Довольно резвая. И мне что нравится, что она повороты хорошо ввинчивается. Может быть, Таити не совсем та трасса, ну, где можно тестировать возможности машины. Она, в принципе, довольно простая, скоростная, сложных особо связок нету. Хотя парочка есть все-таки, где нужно так перекладываться неплохо. Не, хорошая машинка, в принципе.
кстати, вот заметил, что некоторые билборды, вот эти, на которых реклама установлена, они в игре меняются. То есть заходишь в одну гонку, там смотришь, реклама, ну, одной фирмы. А заходишь на эту же трассу в следующий раз, и реклама меняется. То есть такой рандомчик уже тогда был. Не железобетонные рекламные щиты. Менялись вывески. Видимо, в зависимости от ну, чемпионатов. Ну, кстати, вот сейчас мы... Я хотел сказать, что мы... В чемпионате Франции, но нет. В чемпионате Италии. Ну, потому что тут в основном французский сейчас реклама. Вот, резиновый шлем, вот эльф. Масло. Это французские марки. Думал, что связано с национальным этапом рекламы, ну как-то нет. Так, ну вот, в принципе, да, благополучно мы выиграли. Плохо, конечно, что машин не дают здесь, в национальных чемпионатах. Это прям... Ну, если честно, мне немножко непонятно со стороны разработчиков. Тут в этой части машин, количество машин расширилось, ну, просто в разы. Тут около 600 машин, и могли бы за каждую маломальскую там гонку, важную и не очень важную, давать машины, в том числе и за заводские чемпионаты, могли бы тоже машины давать. Ну, хотя с заводскими тут вопрос посложнее, потому что какие там машины давать тогда, вопрос встает, потому что там монокласс. И раз ты в нем уже участвуешь, в этом моноклассе, значит, эта машина у тебя уже есть. Давать еще одну такую же, ну, как бы, бессмысленно, да? Раз она у тебя уже есть. А давать какую-то другую? Ну, не знаю. Может быть, да, стоило другую машину давать, как бы, следующего чемпионата. Так, ну вот сейчас мы... тут уже... Ну, тут боднули меня. Да, здесь уже видно, что тут они сопротивляются прям со всех сторон, лезут. Да вы чё, блин? Как мыши. Одолели просто. Блин. Ну, даже не мыши, тараканы, блин. Смотри, уже пятый. Ну, чё, приходится применять жесткие маневры. Иначе с ними никак. Их тут подпрокачали уже. А мы-то остались на уровне заводском. Да, так вот, насчет чемпионатов и количества машин. Ой-ой-ой-ой, сейчас в питлейн залетим. Ух, вот это да. Вот это было близко очень прям. Ух, ну куда ты лезешь, а? Уйди, уйди, противный. Да, как они мощно наседают здесь. Ага, вот в этой связке-то не очень, да, получается быстро пройти. Догнали мы тебя. Так вот, блин, дадите вы мне дорассказать мою мысль. Не дают. Не хотят. Лезут со всех щелей. Так, ну вот вроде подотстали. Так вот, я думаю, что... Разработчики все-таки могли бы, конечно, здесь побольше машин давать именно за чемпионаты, потому что такое огромное количество машин, ну, игрок не в состоянии сам купить в большинстве, как бы, случаев и опробовать, прокатиться на них. Ой, тут опять вот лезет, блин. Какой настырный, тут что-то Вентури, что ли? По-моему, Вентури. Ух ты, а тут пижоха. Ну просто наседают, кошмар какой-то. Ну зато челлендж, конечно, мощный такой. Так, ну вроде... Да, отбились. Жестко, конечно, было. Но интересно, тем не менее, прям...
Классно. Фух. Да. Точно, Вентури. А, знаете, что интересно? Мы на итальянской машине участвовали во французском чемпионате. Ну, проплатил я, проплатил. Взятка. Что тут поделать? Так вот, значит, все-таки закончу свою мысль. Больше надо машин, товарищи разработчики, было выдавать как призовые. Может быть, даже стоило выдавать даже за бронзу, за серебро машины. Я вот не помню, по-моему, в четвертой части там как раз-таки уже вот это практикуется, то, что я сейчас говорю. Но только вот с четвертой части они стали это практиковать, что давать машины даже за бронзу и за серебро. Но это, по-моему, только в лицензиях. В чемпионатах-то такого, по-моему, там нету. Поправьте меня, если я не прав. Но вот за лицензии, по-моему, там дают уже за любую, даже на бронзу сданную лицензию дают машину. Так, ну что же, теперь у нас на очереди итальянский чемпионат. И, конечно же, именно сейчас итальянский, я перепутал. Перед этим мы как раз-таки французский-то и ехали, причем на итальянской машине. Так что разработчики допускают осечки и в сторону игроков. Ну, не все ж плюсы ботам. Так что я был прав, кстати, и рекламы там в основном французские были, именно во французском чемпионате. Итальянские машины, что-то еще как-то печальнее все. И да, дальше будем соответствовать правилам и участвовать на тех марках машин в чемпионат, то какой страны мы заходим. Хорошо, что некоторые из этих машин можно будет еще в дальнейшем поиспользовать. Так, нет, Вентури у нас Франция. Да и дорогие они. Лянча Дельту, например, если взять, то ее можно будет использовать еще в раллийном режиме, купив просто-напросто на нее колеса, покрышки для грунта. Вот. Вот это Лянча Дельта слабовато. Придется нам, наверное, две машины здесь купить. Ну ничего, попробуем разные варианты. Их мало, европейских машин. Вот хоть таким макаром разнообразить наш автопарк, покататься на разных итальянках. Ух ты, какие вы резвые, а? Ничего себе. Главное, чтобы они на круг нас не сделали. Так, ну вот ничего. На более высоких скоростях вроде догоняем. Кстати, вот этот вариант Рима, ну, трассы в Риме, который здесь у нас представлен, мне как-то больше нравится, чем тот, который сейчас имеется в Gran Turismo 6. Ну, не обязательно вот брать вот этот короткий отрезок, а полную версию трассы. Хотя, может быть, во мне говорит ностальгия. Ну, как мы их тут строим, прошли-то всех. Русские, да на итальянских машинах, да еще и на итальянской земле. Это гремучая смесь. Непобедимый просто. Ага, ну вот что-то. Фиатик-то этот хочет тезис опровергнуть. Жужжит тут уже. В ушах. Не, ну так пока справляемся. Зато интересно.
ехать на машине, которая, может быть, даже немножко проигрывает где-то. Ух ты, вот собака. Блин, вроде я и не широко заходил, но все равно втиснулся. Блин, этот пыжик, этот фиат, блин, маленький. Главное, в самом конце. На предыдущем круге они вот медленном повороте там что-то как-то слабенько заходили. То есть надо постараться тебя уделать. Таракан, а. Вот так тебе. Все. Не уйдешь. Кара будет жестокой. Ну, блин, смотрите, как они атакуют здесь. Прям молодцы. Я уже в одной из предыдущих серий говорил, во-первых, об искусственном интеллекте, над которым здесь разработчики поработали. Но действительно, как он меня по внутренней траектории-то проскочил. В конце круга, в самом. Так, ладно, если они нас на этой трассе, где ограничение не столь большим было по мощности, так нас кусали, то эта модель Lianch Delta не вытянет следующее ограничение в 295 лошадей. И надо, ну как я и говорил, покупать более мощную модификацию раллийного агрегата. Ну, вот. А, как раз еще, да, можно будет заводской этап проехать. И в ралли, и завод, и вот сейчас итальянский чемпионат добьем. Нормально. Машинка пригодится. Единственное, я и хочу прикупить резину гоночную. Потому что вот в предыдущей гонке что-то заносило как-то довольно сильно. Скользила машина в поворотах. Надо. Да чё там? Хард давайте. И вот тоже достаточно будет. А денег уже и так не особо много. Чтоб денег побольше давали за эти национальные чемпионаты. А то совсем не отбиваются бабки. Ревет так красиво. Ну, со старта так вперед они уже не уходят, по крайней мере, как на предыдущий. Да, на сликах-то, конечно, получше стоит на трассе. Ну, смотрите-ка, разработчики действительно следили за размещением рекламы. Вот в итальянском чемпионате сейчас едем. Ух, как классный замес, конечно, тут куча народу. А, Пирелли, вот это же итальянские шинники. И, ну, в общем, в основном итальянская сейчас реклама. Lianch, та же Delta, вон. А, блин, вынесла. Альфа Ромео, вон, растяжки. Также Магнетти Морелли. Это фирма, производящая электронику для машин. В общем, тут все как должно быть. Спонсоры итальянского чемпионата. Практически 100% итальянские. Кстати, вот насчет Альфа Ромео. Ой, я эту марку почему-то очень долго считал французской. Вот, и как-то постоянно во французскую ее запихивал в сторону, так скажем. Что-то мне все время кажется, что она французская компания. Вот. Хотя, конечно, это не так. Даже сейчас иногда, ну, бывают заскоки, опять же, что видишь Альфа Ромео и сразу что-то как-то это
ну, ассоциации с Францией почему-то. Не знаю, почему у меня так заклинило. Ну, бывает. Вот единственная Мишлен тут реклама забралась французских шинников. Конкурирующая Пирелли компания. Так, главное сейчас вот эту Альфу, блин, не пропустить. Тут я постарался как можно уже зайти, припоминая тот эпизод прошлой гонки. Да, ну, прям вовнутрь забрался этот Фиат чертов. Не жужжи, не пущу я тебя. Кстати, вот Лянч Дельта, это у меня, я как-то вам рассказывал в одной из первых серий прохождения еще первой части Гран Туризма, что я занимался коллекционированием моделей, и вот у меня есть вот эта Лянч Дельта, только в гоночной раскраске, в раскраске Мартини, с бело-красными полосами, раллийный аппарат, моделька вот масштаба 1:43. Кстати, если хотите, я тут недавно на страничке в своей ВКонтакте выложил свои модельки, которые у меня остались, остатки былой роскоши, так сказать. Вот, выложил на страницу ВКонтакте фотографии. Если кто хочет, вы можете зайти посмотреть. Там их совсем мало, но есть мысль, кстати, возобновить коллекционирование. Но, к сожалению, я отстал от жизни и сейчас даже толком не знаю, где их приобретать. У нас здесь, в нашем регионе, их вообще не продают. Ну, только, наверное, интернет остается. Если кто знает, в курсе, вы в комментариях напишите, пожалуйста. Может, сайты знаете, где можно купить модельки. Так, ну, дальше у нас на очереди, что там? Германия. Deep Forest. Все три трассы, главное, Deep Forest. Ух ты, там ограничение-то какое уже серьезное. 443 лошадки. Так, у нас Германия есть. Это у нас Volkswagen. Но это, конечно, смешно. Этот тапочек, он, да, он свое дело сделал, в принципе. Вот, так что опять придется тратить денежки и покупать что-нибудь из немцев. Я зашел в Альфа Ромео, дабы удостовериться еще раз, что она правда итальянская. Так, ну теперь предстоит долгие мучения выбрать нам что-нибудь германское. Денег, правда, уже совсем мало. Но надеюсь, что-нибудь у нас получится. Ой, BMW-хи какие у нас дорогие. Ага. Семерочка. 100 тысяч. Так, ну, вот эти трешки. Слабоваты они. Слабоваты. Это еще слабее. BMW, наверное, вообще не пойдет. Мерседесы, может быть. Хотя с Мерседесами, думаю, наверное, будет то же самое. Тут дорогие модели. Хотя есть вот, ну, тоже компрессор. SLK компрессор. У нас денег на него не хватает. Ауди, может быть. Кстати, да, вот может и Ауди нас спасет. Так, 221 лошадка, ТТшка. Какое там нижнее разрешение-то меньшее?
216. Блин, чуть-чуть не хватает опять. Так бы ТТ-шку взять и... ну, два-то чемпионата точно смогли бы на ней пройти. Ладно, будем думать. Может, что в Фольксвагенах? Ага, в Фольксвагенах у нас же жуки до гольфа. Не вариант. Вагоны. С3, С4, С4 200. Ох, какая она мощная. Нам все равно, я смотрю, придется также две, наверное, Audi покупать. Может и не Audi, может что-нибудь другое, мощнее. Но денег все равно только на одну машину хватит, поэтому можно купить машину, которая вот на 295 лошадей потянет. И ее потом докачать до, например, 443. Там вот ограничение наивысшее. На низшее ограничение купить еще одну. Но я думаю, это, скорее всего, уже тогда в следующей части. Надо будет денег заработать. Денег сейчас, благо, мы знаем, как зарабатывать. Это мы проедемся... Trail Mountain, Тушкан, 125 тысяч, ну и затюнем наш вот этот аппарат, купим еще что-нибудь. Здесь проедем пока вот эту гонку. По Deep Forest, ну, надеюсь, особых проблем не возникнет. Как он рычит. Гулка так. Кстати, тут вот хочу еще поделиться с вами некоторыми слухами. Появились в интернете слухи об игре под каким бы вы думали названием. А именно Gran Turismo Sport. Что бы это ни значило. Ну, это инсайдер такой выдал информацию, который уже сливал как-то инфу из стана Казунори и Маучи, и, ну, правдивыми потом оказывались эти слухи, так что ему верить можно. И также еще предзаказ был в каком-то одном из хорватских там магазинов открыт на именно вот эту вот игру Gran Turismo Sports. Что это такое, ничего, никаких подробностей не появляется. На E3, как мы знаем, тоже никаких новостей не было из стана Polyphony Digital. Но я очень надеюсь, что вот на предстоящей Gamescom, точнее не на самой даже Gamescom, а на... предшествующей ей пресс-конференции Sony. Потому что Sony заявила, что на самой Gamescom ее не будет, а она устроит свою собственную конференцию там или во время Gamescom, только где-то, ну, в другом городе, либо же незадолго до или после выставки. И я думаю, вот там-то мы что-то узнаем наконец-таки о Gran Turismo новом. Если это Gran Turismo Sport. Посмотрите, какой настырный этот компрессор, ё-моё. Чё? Компрессор, иди отсюда. Наглец. Похабчик. Вот так вот, перекрестил траекторию. Да блин, тут еще один. Наседают просто, кошмар. Так вот, что это за Gran Turismo Sports? Либо это седьмая часть будет без цифры в названии, с подзаголовком просто таким. Либо они опять что-то решили, ну типа может пролога выпустить. А может вообще что-то, ну, две части будет.
Черт его знает. Сейчас можно только догадываться. Может, вы, конечно, слышали об этой новости, не знаю. Ну, вот, делюсь ей с вами. Думаю, довольно-таки интересно. Вот, что же вообще нас ожидает? Уже давно мы ждем седьмую часть. Особо никаких официальных новостей нету. И вот всплыли такие вот слухи. Ну, что же, ждем, не дождемся конференции Sony. Она уже будет совсем скоро, в начале августа будет Gamescom, ну и где-то в этих же числах, думаю, будет и конференция соневская. Там мы, надеюсь, что-то узнаем, что-то они прояснят, прольют свет на вот это вот... Ну, вообще, о Gran Turismo 7 скажут что-то. Ну и что это будет? Две игры. Либо семерка выйдет под таким названием. В общем, интересно все это. Довольно-таки будем следить. Так, ну, как я и говорил, на этом давайте завершим эту серию. А, вот мы проехали одну гонку в этом немецком чемпионате. Единственное, давайте перед тем, как еще попрощаться, сделаем одно действие. Я просто не помню в Volkswagen, какие машины заводской чемпионат. А, Гольф и Жуки. Просто надо отпустить тапочки, которые у нас есть. И тогда лупы этот сейчас продадим. Надо поизбавляться от всяких малолитражек. Они нам больше нигде не пригодятся, поэтому и Клио этот можно продать. Вот, и подразгрузить немножко наш гаражик, а то что-то стал прямо переполняться. Тут, кстати, по-моему, ограничения есть во второй части гаража. Хотя я не уверен. Ну что же, теперь давайте действительно прощаться. Подписывайтесь, нажимая вот на эту кнопочку зеленую внизу. Комментируйте, мне очень важно ваше мнение. Ставьте пальцы вверх, если понравилось. Ну и можете посмотреть мои лицензии, которые я сдаю на золото. Лицензию Б и лицензию А. Вот. Ну, с вами был, как всегда, Скутер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.